Ярославская область уже второй раз принимает на профильную смену ребят из школ города Алчевск. Сегодня приехали 97 детишек. Это школьники в возрасте 10-15 лет. С ними приехали их педагоги. Приехали в лучший детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка», где, на территории которого будет организована для ребят насыщенная образовательная программа. Дети узнают, что такое, как развить в себе лидерские качества, как работать в команде, как, собственно, вести личный бренд. Каждый ребенок разработает свой проект, который в дальнейшем сможет применить на практике. Уверена, что особенность этой смены является то, что дети Алчевска отдыхают вместе со школьниками Вологодской области. Уверена, что образуются дружеские связи, когда ребята уже станут взрослыми, тоже продолжат свое общение. И приятно, что именно такие связи образуются на территории Вологодской области. Мы долго готовились к приезду детей из Алчевска. Подготовили массу мероприятий, массу творческих и спортивных мероприятий. С детьми будут заниматься спикеры, педагоги-новаторы, наставники. Детям будет очень интересно. Это здорово, что дети приехали познакомиться с нашими детьми. Отдых в лесной сказке отличается именно массовыми мероприятиями, профильными сменами. Эта смена вот у нас носит название «Территория талантов», поэтому я очень надеюсь, что дети из Алчевска в том числе, возможно, и раскроют свои таланты, которых еще не знают. Ребята приехали на поезде, все очень довольные, все очень радостные. Лагерь сразу же понравился, потому что находится в живописном месте, в красивом лесу. Приехали с надеждой на отличные эмоции, положительные, с отличным настроением. Ну, по опыту импульса, я думаю, что здесь нас тоже ожидает насыщенная программа. Классные встречи, множество людей, которые поделятся своим опытом. И поэтому я думаю, что ребята, которые приехали в лесную сказку, также будут в восторге от проведенного здесь времени. Я первый раз вообще в лагере, тут очень классно. Мы добирались 2 дня, мне очень понравилось. Мы ехали на поезде, я вообще первый раз на поезде ездил, очень классно. Мы как сюда приехали, и вообще очень тут классно. Мы уже много чего тут делали. Мы тут играли в футбол, вчера проходили веревочные станции. Очень классно было, да. Тут очень вкусно кормят. Очень уютные комнаты, серьезно. Я очень рада приехать сюда, на Вологодщину. Спасибо огромное всем, что нас встретили теплым приемом. Здесь потрясающий воздух, потрясающие люди. Спасибо огромное. Нам рассказали всего очень много интересного. Про дом Деда Мороза, про великолепное вкусное мороженое. Здесь потрясающие дети. Много знакомств завели. И, конечно, всех благодарим. Много всего интересного.